Группа противников Николы Пашиняна вновь устраивает акции протеста. На этот раз движение за освобождение от Пашиняна решило освобождать Армению с помощью мусора. Группа протестующих отыскала и забрала у обычных местных жителей близлежащих районов все мусорные баки и перекрыла ими дорогу, тем самым создав проблемы обычным гражданам и инфраструктуре города. На вопрос корреспондента, зачем это было делать, протестующие заявили, что так они быстрее избавятся от Николы Пашиняна. Мы народное освободительное движение. Сейчас мы показываем, что мы не готовы терпеть все то, что происходит сейчас в Армении. Нас очень много людей поддерживает, и мы показываем, что мы готовы действовать. Чем больше будет людей, чем больше людей это увидит, чем больше людей к нам присоединится из народа, тем быстрее мы добьемся того, что наша страна освободится от предателей.